Друзья, а у нас очередная рубрика «БМВ не ломается». В ноябре 2024 года будут поднимать утилизационный сбор. А что это значит? А это значит, что автомобили подорожают как минимум 300 тысяч. Там, по-моему, до 2 литров, после 2 литров еще круче. В общем, клиент данного автомобиля принял правильное решение заменить некоторые агрегаты, запасные части до всего этого подорожания, потому что это будет по цепочке. Значит, поднимаются в цене автомобили, соответственно, возрастает цена на расходные материалы. А мастера, который занимается этим автомобилем, я вам показывать не буду. Не, Амирчик, не переживай. Я просто боюсь, что его переманят другие компании. Это самый крутой чувак вообще, кто занимается BMW по Москве. В общем, ситуация следующая. Разобрали. Машина проехала 270 тысяч километров. Это бензинка. До этого ей меняли цепь. Но на 270 клиент принял решение, что опять же надо менять цепь и менять вкладыши. Почему вкладыши? Потому что, открутив фильтр, увидели, что есть слегка мелкая стружка. Поэтому, опять же, правильное решение заменить все, что можно заменить, до поднятия этого утилизационного сбора. Друзья, так что спешите. В ноябре месяце 2024 года машины будут дорожать в цене. Минимум на 300 тысяч. BMW не ломается.